Привет, ребята. Выбралась в магазин. Иду гуляю потихонечку. Размышляю о жизни. Наслаждаюсь осенними пожелтением листьев, осенними пейзажами. Осень всегда красивое время года. Я люблю осень. У нас тут памятник еще Ленину сохранился. Дай Бог, чтобы он у нас был вечно. Потому что я считаю, памятники – это память наша. Память о нашей жизни, память о нас. И зачем их убирают, конечно. У каждого свое мнение. Кто-то меня, возможно, заплюет. У кого-то другое мнение по этому поводу. Ну, я так вот думаю. Вот как-то надо... Телефон еще научиться держать ровненько. Там красиво листья желтеют. Вообще красиво все вокруг. Тут зелень везде. Все зеленеет, все желтеет. Осенняя пора, а чье очарование. Приятна мне твоя прощальная краса. Ну, вечно зеленые, конечно. Они вечно зеленые остаются. У нас большой ландшафт вечно зеленых растений. Они не желтеют. Сейчас пойдем в магазинчик, какого-то мяска купим, нажарим котлет и будем себя хорошо чувствовать. Вот туда, в ту сторону пойдем в магазинчик. Сейчас зайду вот в этот магазинчик мясной. Ничего ж не видно, где кончается, где начинается это здание даже. Чего-то себе выберу. В магазинчике все есть. Были ваши деньги, только называется. Городок у нас зелененький, все вроде есть. Фаршика купили. Иду домой. На автобус. Вон там дальше наша остановочка. Везде траву косят, так такая, такой шум. Последний раз, наверное, в этом году сенокос, травокос, да, так сказать, травокос, да. Ребята, привет! Вот меня очень еще заинтересовала вот эта небольшая такая клумбочка. Здесь растут вот такие вот кустики с красненькими листиками на кончиках. И на них есть даже ягоды. Вот такая ягода, я не знаю как. Что же это за растение? По вкусу она напоминает шиповник. Может, лед какой-то. Может, кто-то из вас знает, дорогие мои, что это такое за кусты такие красивенные. Такие они красивые. На этой клумбе
Там внутри еще такой точно кустик есть. И на зеленом вот тоже ягодки такие же есть на кусту. На зеленом ягодки висят. Вот мы, оказывается, мало чего вообще знаем, понимаете? В жизни машины ездят, транспорт шумит, но я думаю, что мой ролик получится. Вот такие вот кустарники. Что это за такие кустарники с ягодами такими красивенькими, маленькими? Я не пойму. Я не знаю, в общем, я мало чего вообще знаю. Видите, какая красота. Ну, что это за красота, я не знаю. Такая вот клумбочка тут у нас. С этих красивых кустиков.